Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такой набор магнитных закладок. Покупала его в фикс прайсе за 55 рублей. Так, здесь у нас 4 штучки, здесь нарисованы такие вот цветочки, с другой стороны тоже цветочки. Так, давайте посмотрим описание. Состав, все здесь есть, штрих-код, но я думаю, это не надо никому. Вот также у меня есть второй набор, еще вот такие вот закладки, я взяла два набора, и там осталось в районе тоже два или три набора, какие-то чай с плюшками, кошечки, по-моему, и собачки, что ли, вот что-то такое. Вот. Мы сегодня будем рассматривать вот этот набор. Так, он открывается. Хорошо так красиво запакован. Не вскрытый. А, вот они мягкие. Я все время думала, как же они... магнитные-то. Думаю, как они закладку-то, как вообще они используются? И все время не брала, проходила мимо. Да ладно, думаю, фигня. А тут понадобилось вдруг. Думаю, все-таки надо взять. Вот они раскрываются. И закладываются. И действительно магнитные. Сейчас я возьму книжечку, и мы проверим. Возьму книгу такую, это тоже когда-то купленная в фикс прайсе. Допустим, я там писала, например, свои какие-нибудь рецепты, да? Ой, что-то, а вот сфокусировался. Писала я там свои какие-то рецепты. И потом решила заложить. Посмотрим, наверное, это на несколько страниц. Так, что ли, она получается. Хоп, я закрыла ее. Убрала, взяла. Ну, в принципе, да, вот они. Вот она видна. И раз. Ну, блин, не знаю. Не настолько, наверное, удобно. Наверное, привыкать надо. И опять же, не поймешь, с какой же стороны я читала. С этой стороны? Или все-таки с этой стороны? Не знаю, с двух сторон же похожи. Может быть... не знаю, если побольше взять. А, ну, в принципе, вот она. А нет, вся уже все, она уже тут. Уже не крепится. Если несколько листов. То есть это, в принципе, только довольно мало листов можно взять. Сцепить. Ну, если вы, допустим, знаете, что вы кладете закладку вот с этой стороны, тогда да, она вам прям подходит. То есть вы, допустим, почитали, а ну, может быть, один лист, вот так, если один лист, а ну вот один лист, он прям вообще сама крепилась. Положили, здесь, может быть, вот тут, закрыли, убрали, взяли, вот она лежит, открыли, она вот она, дальше читаете. Ну, может быть, сбоку можно даже. Вот так вот. Ну, в принципе, да, наверное, удобно. Даже не знаю. Давайте остальные посмотрим. Точно такие же они. Магнитные, симпатичные такие. Они, кстати, немножечко тяжеленькие такие. Ну, я думаю, в любом случае пригодится. Это удобно, по крайней мере, она не сбежит от вас в каких-то там необычных случаях. А, ну вот они липнут даже друг дружке.
Вот, в принципе, я думаю, удобно. Пишите в комментариях, как вам вообще, вы пользовались ими или не пользовались. Кстати, о, они, смотрите, две маленькие и две большие, оказывается. Я даже не заметила. Да, две маленькие и две большие. Вот этого я не заметила. Здесь тоже, кстати, смотрите. Здесь вот закругленные углы, а здесь прямые. Немножко поменьше. А вот это вот как раз две большие, тоже две маленькие. Вот. Угу. Вот, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы ими пользовались или нет, понравилось вам, не понравилось, чем понравилось, чем не понравилось. Обязательно напишите в комментариях под роликом в YouTube, обязательно там напишите, не где-то еще, чтобы люди, потому что будут смотреть этот ролик, и чтобы они увидели и ваши тоже отзывы, потому что просто моих это мало. Вот. А на сегодня это все. Мы с вами, в принципе, все посмотрели. Они мягенькие, гнутся. Вот, все вроде бы проверили. На сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Также смотрите наши другие ролики, наши обзоры, обзоры на технику, на продукты, продукты фикс прайса, влоги, как мы с сыночком живем, обязательно смотрите. И всем пока-пока.